С Васей на рыбалке. Сегодня Вася будет испытывать новую палатку. Все серьезно. Ты имеешь в виду дверь? Ну, дверь должна быть... Туда? Ну, да. Или машина? В сторону машины. Клапаном сюда, чтобы если вдруг надо было подкачивать. Ага. Вот этот вот матрасик. Затаскивай. Сапоги-то сними. А? Ну как? Нормуль? Ну-ка, Лев. О, шик, блеск. Давай спальные мешки. Не прыгай. Если с одним матрасом, с большим брать, то три человека как-то здесь уместится. Да? Ну, в смысле, три матраса. Один большой. Ну, вот мы вот так вот поступили. У нас два матраса. Здесь как бы все хорошо, но подхода к воде нет вообще. Блин, мне твердая земля. Ух ты, батюшки, это что это за зверь такой? Это, братцы, какая-то дикая хамса или килька, в общем, капец какой-то, это несерьезно. На 100% там Вася что-нибудь поймал. Это вообще какая-то мелочуха теребунькает. И это... Ну да. Вот. Вот и все. Ты? А у тебя что? Ничего. Ух ты! Ну-ка, посмотрим, что тут. Я знаешь, какая хрень? Вась, не ругайся. Серёж. Ну давай посмотрим, что тут. Вась поймал. Одна? Серёж, хочешь прикол? О, ну, посолить пойдет. Дай. Тут, короче, я три раза вытащу удочку без опарыша. Ага. Потом. Вытаскиваю. Вот такая. Писюлька? Вот такая вот писюлечка. Ясно. Интересно, что это они делают? С палатками. А что это они делают? Чу-чу-чу. С палатками по речке. Там где-нибудь остановится сейчас. Просто катаются, что ли? Угу. Ну что, Масипуш? Ну вот я две таких поймал. Засолить пойдет? Да.
Да уж, да выпусти, это ж вообще ни о чем. Давайте вытопчу траву. Не топчи, я сам был. А, ладно, все, проси. Я тоже у тебя плавлю. Круто. Ох, ничего себе. Кто-то да. Хе-хе. Ну, что так пойдет. Все нормально. Поймали две кильки. Более-менее всех остальных выбросили, да? А может, их пожарили? Ага. Сейчас будем тестировать каша перловая с говядиной. Ну, пробуй открывать, умеешь? Ладно, я. Она выглядит вот так вот. Даже видно частички мяса. Сейчас мы ее погреем и посмотрим. Не знаю, что у нас тут получится. Ну, а если что, у нас есть сардельки с тобой. И если что, сардельки пожарим. Хотелось бы попробовать, что это такое. Вася попробовал, сказал, холодное. Давай прям на угли. В общем, вот так вот на угли. И тут же процесс пошел. Да, Вася? Сереж, мне кажется, уже понимать надо. Ну, в общем, пассатижи и напрямую на угол. Тьфу, на угол. На угли. Нормально? Нормально. В общем, в нашем райсельпо была только вот такая каша перловая с говядиной. Очень неплохая. Мы взяли на пробу. Сейчас мы догонимся еще вот этим. Но больше ничего в магазине не было. Посмотрим. Потестируем. На первую мы сделали ошибку. Вскрыли целиком, что не давало нам ее греть, так скажем. Здесь мы сделали дырку, потом она быстренько остынет, мы ее срежем. Давай. В общем, идея такая, сейчас выкопаем здесь в углях для баночки. Блин, наверное, фонарик брать, чтобы подсветить, дай. И поставим банку. Закопали мы наполовину банку в углях. И ждем. Интересно, сколько сейчас времени? Я думаю, часов 9, наверное. Очень быстро закипело. Ну, вряд ли это внутри. Васюх, оставь, пускай кипит. В общем, сделал вот такую импровизированную подсветку. Дядя Вась. Ну, как каша. Красная цена. Ну, другой больше не было просто. Вот единственная каша была гречка. Мясо здесь, конечно, не чувствуется, но гречка здесь есть, кстати, нормальная. Дай. Ну, каша, скажу так себе, но... Есть можно. В общем, красная цена. Каша гречневая хорошая, но мясо там не обнаружено. Повторюсь, это единственное, что мы нашли кашу в нашем райсельпо. Вась, как тебе ночью? Расскажи, пожалуйста. Ну, не учитывая комаров и холода, все хорошо. А где холодно? Там мы голые сидим. Ну, тогда не учитывая этих комаров, ну, в общем, ужасно.
Сейчас у нас будет чай с ирисками. Камера, ничего, сейчас подожди, свет включу. Зачем? На улице нас загрызли. Спиралька Раптор не помогла. Спрей от комаров не помог. Не помог. И вот. Даже спрятались в машину. Даже мангал надымил и ничего. Ну, кстати, пока дымило. Сейчас чай с ирисками. Давай, кстати, пробовать. Что это за ириски такие? Стоп. Плохо. Нормальные риски. Ну, такие случайно попались нам на глаза риски. Вот. Ну как, дядя Вась? Да, нормально. Слушай, надо было, знаешь, что раптором надымить это в палатке. На всякий случай. Ладно, сейчас мы надымим. В общем, уже полная тьма. Вот. Полная тьма. Вот такая вот. Давай. Угу. Уже полная темнота. Ну и риски, кстати, правда, неплохие. Ну вот что, все в палатке. Ну, по итогу-то, ну, конечно, на троих может быть. Сейчас я сверху попробую снять. Ни хрена не видно. Включаемся. Замерз. Сейчас мы сосисок сделаем. Горячих. Ну как вам утро? Ясно. Там кто-то сидит, нет? Ладно, все, молчу. Кто-то сидит. Видимо, это малыш, который подъедает моего опарыша. Ой. Наверное, надо Ваську отдать. Ой. Ёлки-палки. Вот это рыбакит. Стоит. Нужна
удочка, 7-метровка какая-нибудь. Ой, ой, ни хрена себе. Ого, ого, ого. Ну-ка иди-ка сюда, Тамара. Ого. Ну вот это вот уже рыбка. И шикарная. Шикарная рыбка. Это пойдет. Ты встань поближе. Ага. Ой. Ага. Да, это уже поинтересней. Ух ты! Пойдет? Чего у тебя там за кинг-конг клюнул? Вау! Большая? Вообще огроменная. Че, поймал? Что? Поймал? Кого? Нет. А, смотри, какой у меня. А ты поймал? Во! Да. Смотри на меня. Ты не такой будешь. Чертик. Че у нас там? Ну куда ты высыпаешь? Зачем в грязь-то? Что у нас? Много малюток. Я бы не сказал, что у нас ничего нет. Я тоже, но, конечно, щуки тоже хочется. Ну а что ты хотел в июле? Жарище. Сейчас сколько? 7 утра сейчас, наверное. 6, 7. А жарище уже невозможное. Какое правило рыбы? В каком случае рыба правда клюет? Ну и в каком случае рыба правда клюет? Если она потащила резко в сторону, или надолго погрузила в воду. Ну что, как вам рыбалка, дядя Вася? Да, нормально. Ну, в общем, как солнце поднялось, все перестало клевать совсем. И вот 8 сейчас часов. Жарище стоит. Труса. А было холодно, да? Да. До солнца. В общем, на этом рыбалка заканчивается.